творчасцю артыстаў японскага тэатра Мандзюсяка беларусы пазнаёміліся больш як 15 гадоў таму. З тых часоў гэтую сувязь можна смела назваць сяброўствам. Ужо шосты раз калектыў вяртаецца ў наш край з традыцыйнымі танцамі. Але прадстаўленне ансамбля – гэта не проста рытмічныя рухі пад музыку, гэта малітва ў імя міру і яднання. Именно любовь, именно как бы такое чувство, которое не имеет границ. Именно вот любовь объединяет Беларусь и Японию. Маленькие детки, которые приходят на концерт, тоже вот откроют для себя вот японскую культуру и может на них как-то это повлияет, как-то вот что-то вот принесет в их душу. Шоу, якое наполнено незвычайной энергетикой и щирастью, у Гомеле завсёды проходит с абсолютным аншлагом. Засновальница ансамбля «Мама Роза» кажа, что группа готова выступать и для одного глядача. Это японский подход до життя. Самоотданность, уважливость и дбайность. Увага до всех дробязяў и нюансов уражвае. Костюмы для выступления месяцами шиются вручную по эскизах «Мамы Розы». Подрыхтовка декорации и макияж артистов перед выступлением занимают каля 2 годин. Как говорят, действительно, красота спасет мир. Вот эта японская красота действительно несет мир и спасает этот мир. И очень ответственно, но в то же время очень достойно вот Центру международных связей в этом году все это организовывать. Мы стараемся и надеемся, что и наши японские друзья приедут в следующий раз снова. Катерина Сапельникова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».